Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и в сегодняшнем видео у нас будет покупка, вынужденная покупка Луизитана из приложения, вот такого серого в яблоко. Как видите, я смогла сделать запись экрана, я вошла в систему, и я купила этого Луизитана. У меня в приложении было уже давно выращено два Луизитана, это Изабелловый и вот этот вот серый Apple Grey. Луизитан в яблоко. В общем, я его купила. Я еще думаю покупать вот этого Луизитана Изабеллова, потому что он очень похож на нового выпущенного Ахалтекинса, или нет. Ну, а давайте теперь переместимся именно в Star Stable и посмотрим, как же выглядит этот милаха у меня в конюшне. Вот мы зашли в Star Stable, и тут мы видим, стоит наш новый красавчик Сумеречный Покой. Я долго думала, покупать или нет, потому что у меня уже сколько? Три Луизитана. Три же? Ну, точнее, он четвертый. Давайте сделаем список по породам. И мы можем увидеть, что да, у меня четыре Луизитана. Это четвертый, и у меня еще один стоит выращенный. В общем, Луизитана много не бывает. Да, к сожалению, как бы запись растянулась на несколько дней, и я не смогла снять видео, когда я его купила, поэтому не удивляйтесь, что у него настроение слегка упало. Вот такой красавчик. Я помню, когда я его так увидела, я так хотела его купить, но когда я увидела, что у него белый хвост, меня это, если честно, смутило, но сейчас я вообще не обращаю на это внимания, и мне это даже кажется, наоборот, изюминкой, что у него грива черная, хвост белый. А сам он частично светло-серый и в яблоко. Это очень мило. Давайте же оденем его. Анимация абсолютно такая же, как у всех других Луизитанов. Ничего нового. Ой, я забыла взять вальтрапик. Сейчас тогда быстренько надо взять и одеть на него вальтрап. Как я могла так оплошаться? Я думаю, я его взяла. Какой ему вальтрапик подойдет? Вообще гениально было взять, пойти за вальтрапом без лошади. Ну, давайте вот этот, я знаю, какого он цвета точно, или вот этот беленький. Просто я помню, где у меня что лежит примерно, поэтому это несложно. Значит, вот так. Сумеречный Покой. Какой же ты красавчик. Так, или вот так. Ну, давайте вот так поставим. О, да. Какой же ты шикарный. Давай еще и нагавки на тебя наденем. В общем, вот так вот я купила себе четвертого по счету Луизитана. Это мой первый Луизитан из приложения. Я очень этому рада. Какие бы нагавки на тебя одеть, я даже не знаю. Давай вот эти вот. Нет. Вот эти вот, да. Или нет? Во! О, все, шикарно. Шикарно выглядишь. В общем, вот такой вот красавчик. Сумеречный Покой. На самом деле, он у меня уже очень давно выращенный, но я не могла позволить его себе купить. Нет, у меня были СК, но я не видела смысла в его покупке, пока у меня... Ну, он у меня выращенный в приложении. Зачем мне его покупать в данный момент времени? Я не видела в этом смысла, но в Star Stable появилась новая лошадь, которую очень ограниченный тираж, точнее ограниченное время по ее получению, и поэтому я срочно купила одного из выращенных Луизитана в приложении, чтобы начать выращивать нового же ребенка, так как у меня стоило в приложении все не куплены, у меня их всего два. Вот такой вот, в общем, шикарный конь. Я очень долго смотрела на своих соклубников, у которых есть этот Луизитана, и не понимала, нравится мне он или нет. Но сейчас я могу сказать точно, он точно, просто стопроцентно мне нравится, и я от него в восторге. Просто чудесный, просто волшебнейший конь, очень классный, за счет еще вот этого, что у него темная гривы и темный круг с задними ногами, светлая грудь и голова, и светлый хвост. Это, знаете, как шахматная доска, и он очень-очень крутой. Кстати, давайте поедем и посмотрим ему прически.
Итак, мы приехали смотреть прически. Да, все, большинство людей говорят, что зачем вы делаете прически Лузитана, вы их портите, зачем вы уродуете лошадей. И поверьте мне, мне один раз так сказали прямо в игре. Я сделала своему Лузитана, самому первому гнедому шишечке, ко мне подъехала девочка и сказала: «Зачем ты испортила лошадь?» Ну, вкусы у всех разные. Вот так выглядит на нем корешечка, шишечки. Подстриженная длинная грива, более отрощенная грива, и вот так вот его истинный облик. Знаете, пожалуй, это будет моим пока что единственным лузитан, которому я не буду делать никаких причесок, потому что я считаю, что этот лузитан должен ходить именно со своей естественной длиннющей черной гривой. Он выглядит очень шикарно с ней. Поэтому я не вижу смысла лишать его такого шикарнейшего образа, тем более, что и он и так прекрасен. Просто прекрасен и волшебен. Я до сих пор очень рада, на самом деле, что наконец-то купила его, потому что он у меня уже в конюшне на приложении стоит очень-очень давно. В общем, ребята, спасибо, что были со мной. С вами была я, Донали, и мой новый конь «Сумеречный покой». Надеюсь, я покатаюсь с ним по самым мистическим местам, потому что имя достаточно мистическое. А вам я желаю не забывать тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам!